Живая планета. Самые толстые, очаровательные и смешные собаки в мире. Любовь к своему питомцу каждый хозяин проявляет по-своему. Одно из самых распространенных проявлений – перекармливание. И вскоре собачка с вечно голодными глазами превращается в тумбочку на кривых ножках. Ожирение – это не просто лишние килограммы и какие-то решаемые проблемки. Это серьезная угроза здоровью ваших питомцев. Итак, взгляните на жертв людской безответственности и чрезмерной любви. Приятного просмотра! Бордер-колли Кэсси. Толстая бордер-колли Кэсси весит в 3 раза больше, чем любая другая собака ее породы и возраста. Если Кэсси весит 58 килограмм, то в среднем бордер-колли весит 18-20 килограмм. То есть самая толстая собака в мире весит как снежный барс и даже поп-звезда Джастин Бибер. Такса Деннис. Это чудо весит 25 килограммов. Когда-то эту таксу кормили исключительно бургерами и пиццей. Деннис стал быстро толстеть, и когда весы показали 56 килограмм, его хозяева наконец-то опомнились. Сейчас пес правильно питается и много двигается, и даже скинул лишние килограммы. Более того, ему была проведена операция по удалению лишней кожи. Чихуахуа Тай-Тай. Его вес 6 килограммов. Вес Тай-Тай в 4 раза превышает норму его породы. А сгубила пса. Любовь. К чему вы думаете? К шоколаду. Лабрадор Альфи. Его вес 79 килограммов. Лабрадор по кличке Альфи пару лет назад был самым толстым псом Великобритании. Его вес в 3 раза превышал норму. Он едва ли мог передвигаться, когда его доставили в ветеринарную клинику. Да и для его поднятия понадобилась помощь 4 сотрудников. Альфи посадили на здоровую диету, и он смог вернуть стройность. Американский бульдог Кило. Вес собаки 50 килограммов. Как и Тай-Тай, Сила принимает участие в британском шоу, задача которого – помочь питомцам похудеть. Собака так любит пасту и печеньки, что уже весит 50 килограммов. Ай-яй-яй, Кило, как не стыдно. Далматин Барни. Бедняжка весил 70 килограммов. Прежний хозяин кормил Барни чипсами и шоколадом. К счастью, пес попал в добрые руки и начал вести здоровый образ жизни. Теперь далматин весит 25 килограмм. Молодец! Победа за тобой, Барни! На фото собака, личность которой не установлена. Этот снимок опубликовала Мадлен Свит в одном из соцсетей. Девушка увидела в аэропорту просто огромную собаку, которую везли в первый класс с самолета на тележке. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Худеть надо, дорогой безымянный пес. Такса по имени Винсент. Собака весит 17 килограммов. Это уже не первая такса в нашем списке. Может, эта порода предрасположена к полноте? Так или иначе, а Винсент когда-то весил 17 килограмм, да еще попал в приют после смерти любимого хозяина. Пес с трудом передвигался и страдал от высокого холестерина. Новой семье удалось помочь таксе похудеть, и теперь Винсент весит 7 килограммов. Умница, Винсент, так держать! Лабрадор Самсон. Вес этого кобеля 85 килограммов. Самсон несколько лет назад считался самым толстым псом Австралии. Свежей информации о его нынешнем самочувствии нет, но еще 5 лет назад он весил 85 килограмм, что вдвое больше допустимого веса для этой породы. Бедный Самсон, пора тебе на диету. Ротвейлер Хуч. Невероятно, но вес этой собаки 133 килограмма.
В возрасте 7 лет ротвейлер по кличке Хуч весил 133 килограмма и вселял в окружающих ужас. За 4 года ему удалось похудеть на 45 килограмм, не без помощи специалистов. Когда-то он ел по 5 больших банок собачьего питания в день, а сейчас ему хватает и одной баночки. Умница, Хуч! Уважаю! Австралийская овчарка Бадди. Ее вес 82 килограмма. Благодаря новым хозяевам Бадди удалось похудеть до 36 килограмм. А когда-то пес и 5 шагов не мог сделать. Бедняга. Кокер-спаниель Милли. Ее вес 33 килограмма. Вес Милли в 2 раза превышает норму породы кокер-спаниелей. Хозяева так обеспокоены здоровьем любимицы, что она теперь принимает участие в британской программе фитнеса для растолстевших домашних питомцев. Удачи тебе и успехов в Милли! Будь стройной, пожалуйста! Собачка породы Бигль по кличке Кэл Чипс весит 38 килограммов. Хозяин Бигля постоянно перекармливал его, не думая о последствиях. Ожирение привело к тому, что Кэл Чипс едва мог ходить и мучился от боли в спине. Несчастное животное забрали у хозяина и поместили в один из собачьих приютов города Чикаго. Работники занялись здоровьем пса, и ему удалось похудеть на 10 килограммов. Умничка, Кэл! Будь здоровенький! Доберман-медведь. Его вес 66 килограммов. Семья, в которой жил доберман по кличке Медведь, совсем не думала о сбалансированном питании для питомца. В запущенном состоянии псу даже не подстригали когти. Доберман попал в приют, где он начал правильно питаться и вести активный образ жизни. Так держать медведь. Дворняжка Болинья. Ее вес 36 килограммов. Болинья стала местной бразильской знаменитостью благодаря лишнему весу. Жила дворняжка на заброшенной станции, где автомобилисты щедро угощали ее вредными вкусностями. Когда ее вес достиг 36 килограммов, собака едва ли могла двигаться. Добрые люди забрали Болинью в приют, и она смогла похудеть на 13 килограммов. Завязывай с фастфудом, милашка. И завершает наш список. Опять же таки такса по кличке Обби. Ее вес 35 килограммов. Прежние хозяева раскормили таксу по кличке Обби до 35 килограмм. К счастью, пес попал в добрые руки и вспомнил о правильном питании. Обби похудел на 23 килограмма, и в нем уже не узнать прежнего толстячка. Умница, Обби! Подписывайся на канал «Живая планета», и ты узнаешь еще очень много интересного. До новых встреч! Пока-пока!